Загляните к нам в оазис, вид из него ого-го, и оазис, и храм там дальше. Я открыла новую карту. Так, блин, а я думаю, так опять... Эта карта будет поменьше, может, вроде Орлея. Расскажите мне о храме. Тебе удалось что-нибудь разузнать о храме? Честно говоря, мне здесь не по себе, да и всем остальным тоже. А что такое? Сам не знаю, просто ощущение. Сама не знаю, просто ощущение. Ну, хоть что-то новое и интересное. Что-нибудь еще? Горнодобывающая компания из Валфермена проявляла интерес, но экономическая. Любопытно, что шахтеров храм не отмечен на карте. Запретный оазис? Да. У нас новая карта, класс. Запретный оазис называется. Послание для вас. Вы картой? Что там у нас заявки-то? Найдите дверь Саласан. Вход в загадочный храм, который древние эльфы называли Саласан. Он находится посреди запретного оазиса, величавый, зловещий и неприступный. Он как-то связан со странными осколками, разбросанными по Тетесу. Так, три разрыва в завесе. И нужно еще один лагерь разбить. Развейте лагеря, чтобы удержать запретный оазис и обеспечить базу для деятельности инквизиции, окей? Давайте смотреть по карте и активировать. У нас и заявки тоже есть. Окуляром давайте добежим до него. А, кстати, заявку хотела собрать. Плюс один к силе. Чтобы не забыть. Хорошо. А я осматриваюсь. Какие тут каньоны горные. Так, значит, ты был одинёшник посреди диких земель? О чем ты? Одинокий путник в бескрайнем мире. Что он ищет? Любовь? Прощение? Напиши так: человек с твердой рукой, железной волей, борец с порождением тьмы. Да, что он будет воплощать? Желание убить побольше порождения тьмы. Прямо как Себастьян. Да. Вторая часть, помните Себастьяна? Ну, хватит толкаться-то вообще. Они враждебны. Так, койоты, наверное, какие-нибудь. Так, лук нашли. Какие растения тут найдем еще? Давайте осмотрим осколки. Через окуляры. Хотела ведь познакомиться с Вивией, отправилась сюда. Ну ладно. Здесь феники бегают. Так, нашли все. Ну, так, сейчас будем все потихоньку собирать и выполнять.
Осколки в запретном оазисе. Ну хорошо, вот первый осколок. Регионы запретного оазиса. Нам надо наверх, что ли, подняться? Найдено сад Элизабет. Что это такое? Глубинный гриб? Надо было сверху идти. Через этот мост мы перейдем и сможем как раз взять осколок. Вот он. Так, это что такое? Сухостебель. А, кстати, что у нас в заявке здесь? Давайте посмотреть. Запретный адрес. Люстрин совершенного две штуки и змеевик 200 из 10 у нас. Люстрин какой-то. Ориентир, ориентир. Вот идут осколку. Может, здесь пройдем. О, разрыв заодно закроем, да? Надо вниз спуститься. Да что вы столпились тут, сам-то деле? А вот они. Странный какой-то, да? Разрыв. Необычный. Искаженный временем, да? Готово. Эссенция сумрака. Давайте активненько нападаем. Блин, мышка опять не ползет ничего. Блин, скиблян. Давай, закрывай. Сохранимся. Расправились. Я тут немножко отвлеклась. По ходу дела расправились. Собираем добычу. Амулет магии. Грозовая эссенция. Вижу, что-то виднеется. Там женщина.
Кто вы? Зачем вы меня преследуете? Я просто ищу вещи, которые можно спасти. Давно уже работаю здесь. Все равно до этих мест никому дела нету. Вы здесь просто ищете вещи? Вы пришли в такую даль, чтобы спасти старые? В общем говоря, мне нужно было в эту пещеру. У меня когда-то было там хранилище. Только пауков там было меньше тогда. У меня там лежало обручальное кольцо, не могла его больше видеть. Ну и выбросила. Глупо, конечно, была причина. Глубоко внутри я знала, что вернусь за ним. Слушайте, а почему? А мы хотели представиться. Я из Инквизиции. Я давно уже здесь, не знаю, что это. Наверное, что-то важное. Но все-таки это не объясняет, почему вы за мной ходите. До свидания. Да, будьте кольцо. То есть она нас даже не просила, но как бы мы с нее квест взяли. Вот в этой шахте, куда мы поднимаемся? В шахту вниз нужно опускаться, а здесь лестница. Куда это она нас может привести? Нужен соус, кстати. Ну вот, соус нам нужен, я взяла варика. Давайте возьмем соуса. Сейчас вернусь обратно. И поменяю отряд. Ух ты, хромовничий щит, длинная кольчуга чародея. Сейчас посмотрим, что за кольчуга чародея такая. А, у меня все равно нет этого солоса, но зато и щит. Так, давайте переместимся в самое начало. А, ну сразу же установим ориентиры, да, раз поблизости. Вот один здесь. Ой, здесь это где-то наверху. Глубинный гриб. Не знаю, на самом верху, наверное, этот ориентир. Сундук какой-то, что ли? Ну вот. Надо было оттуда спуститься. Смотрите, это скелет дракона, что ли? Эти детеныши дракона. Ну, ладно. Давайте выберем соуса. Так, соус, у тебя много заданий для нас. Точнее, у нас для тебя много заданий.
Пойдемте обойдем с другой стороны. Там есть мост. Так как у нас там враги, я так понимаю, и в ту сторону мы можем пойти, но на карте у нас там ничего нет. Тогда за картой там заканчивается. Ориентир. Деревянный мост. Дальше еще вот один ориентир. Тоже еще один мост. Время войны. Зарисовки статуи с разных углов занимают в дневнике несколько страниц. И дневника Андрея Дюссетта. Осколок. Лучше обойти. На всякий случай. Найдено. Пылепад. Шип дракона. Что у нас здесь? О, здесь есть. Что прочесть? Дневник. Дневник Рудокопа. Отрывок из дневника неизвестного Рудокопа. Деда хочет понять, что все это значит. А кто не хочет, но... Это раздражает. Не высовывайтесь, говорит. Работайте, как все, и помалкивайте. Больше ему ничего не надо. Да просит меня создатель. Мы взяли какой-то квест. У кого там уровень-то повышен? У нас. Давайте незаметность попробуем прокачать. Вы отпрыгиваете от атаки и бежите туда, откуда вам удобнее будет нанести победный удар. Так, это у нас активное умение, классно. Я думаю, что мелькает, не могу найти добычу, вот что. Солос, я хотела, в общем-то, на тебя кое-что примерить. В прошлый раз тебя не было с нами. Так, доспехи, что ли? Ну-ка. О! Смотрите, у нас... Какой он у нас нарядный... Как раз для пустыни подходит. Маг пустоши. Солос. Нам нужно забраться наверх, и где-то нам осколок шепчет. Я слышу, нам шепчет. Вот он. Дальше идем к ориентиру. Рудокопы. Такое, кажется, забытое место, но... мне кажется, тут много этих шахт. И до сих пор работает кто-то здесь. Потому что там какая-то, не знаю, компания как раз раздает работу в шахтах, то... В общем-то, на себя ответственность взял и платит зарплату за это все. Вот еще один ориентир. О, разрушенные колонны. Окулярум. Кассандра, когда в следующий раз будем тренироваться? Зачем ты прекрасно держишь удар? Да, но предпочел бы не ощущать их.
Не знал, что ты у нас из стекла. Спасибо в данный момент из толченого. Нашли 3 из 5. 4 из 5. Где 5-й-то? Вот он. Еще нашли осколков. Они тут разбросаны по всей пустыне. Это что такое, враги какие-то нарисовались, смотрите-ка. А если мы можем свалиться в каньон, да, туда? Как нам спуститься побыстрее? Не погибнуть. Не погибнуть не получилось. Такой звук не самый приятный. Пустынные каяты какие-нибудь, что даже не прочитала. Осколок нашли.